Так, всем привет, это маленькое видео, в общем, кнопки для стеклоподъемников заказал в AliExpress, 4 штуки пришло мне, потому что они стоили там по 2,25, ну, допустим, 3-3,5 евро, а, в общем, Mercedes Vito, 639-я модель, у меня 2012 года. А, в общем, у меня проблема была, вот видите как, то есть там обломались ушки. В общем, такой пакетик. Давайте я сейчас как-нибудь открою и посмотрим, чего там и как. Извиняюсь, у меня там бардак с левой части. Так, что у нас тут? Вот кнопки пришли. В такой упаковочке. То есть по две штуки. Левая, правая. У меня только передние окна открываются, то есть есть и 4 окна открываются, но у меня только 2. Ну давайте посмотрим, откроем, все упаковано красиво. Ну вот тут даже написано 2 кнопки и модели там Sprinter Mercedes и Mercedes Vito Viana. Одной рукой неудобно. Так. У меня вот такая кнопка. Качество нормально. Сейчас все китайцы делают. Как я сказал, заказал в AliExpress. Ну давайте, может, попробуем просто выдернуть. Я не знаю, получится, не получится. Я выключу зажигание, чтобы окно не открывалось. Оставлю. Так. Ну вот видите, как у меня обломалось все. И куда это все упало, конечно, я не знаю. Неизвестно. А давайте я еще аппаратик такой приобрел. То, что там показывают, тоже. Вроде бы все упало. Ну, давайте попробуем просто поставить. Просто поставить, получится, не получится. Ну вот, все работает, то есть не надо снимать. Можно было купить за 10-15 евро, допустим. Я не знаю, там, по-моему, 2 блока шло. Да, шел этот блок. И вот по левой части блок шел. Ну, как мы видим, что кнопочки немножко... Вот это еще оригинальное. Это уже, видите, как бы стеклоподъемник. Картинка немножко отличается. Ну, ничего страшного. Самое главное, что сделал. И все работает хорошо. То есть, чтобы не снимая всю дверную карту, просто покупайте кнопку. И механизм остается также оригинал.
Так что вот, в общем, спасибо вам за внимание.